Спустился я таки с той горы, где мы остановились с вами в прошлой серии. И да, вот я нашел вход сюда в шахту. К золотой шахте, по-моему, здесь у нас должен лежать рюкзак. Так что давайте забрать. Давайте смотреть, давайте изучать. Знаете, что я забыл взять? Я забыл взять с собой уголь. По-моему, нам понадобится с вами уголь. Ага, вот есть. Для того, чтобы изготавливать патроны. Только я не уверен, сколько штук нам нужно. Так, что это такое? Разделка туш. Угу. Ну, давай заберем. Ботинки заберем, стул разломаем. Давайте, наверное, сейчас мы изучим эту книгу. Посмотрим, сколько там по времени будет изучать. Потом согреемся. Возьмем с собой в дорогу водички. И потихонечку потопаем вперед. Так что давай, наверное, будем мы с тобой тушить. Потом берем мы с тобой книгу использовать. Давай 10 часиков мы с тобой. Сильно темно, чтобы читать, да, ты говоришь? Хорошо. Ладно. Значит, изучать мы ее с тобой сейчас здесь не будем. Хорошо. Тогда потопали вперед. Ну да, в пещере я не смогу его изучить. Это мне придется делать с вами костер. Так, камушек. Уголь. Забираем, короче, все. Все, что плохо лежит. Возможно, здесь где-то будет рюкзак. Я на это надеюсь. И нам будет легче. И мы отправимся с вами назад. Уголь, уголь, уголь. Так, у нас и слева что-то есть, и справа. Так, гвоздодер забираем, факел забираем. Уголь тоже. Варежки, варежки. Когда не сможем идти, половину из этого всего выкинем. Я не смогу все донести. Сможешь, не переживай. Не переживай, сможешь. Так, где наша лампа? Действие заправить. Все, хорошо. У нас полная лампа. Блин, а это я иду по воде, да? Это сейчас, наверное, у меня ботинки намокнут. Нужно было, наверное, снять их. Так, есть налево, есть направо. Я здесь могу подняться? Могу. Шикарно. Обыскать хранилище. Так, шикарно. Угу, смотри, туда дорога идет и сюда дорога идет. Хорошо, давай. Давай изучать. Так. Кошки. Как мне кошки? Кошки, кошки, кошки. Носить. Есть. Отлично. Кровать. Ага, а вот и улучшенный рюкзак. Правильно я понимаю? Так, прочесть текст. Улучшенный рюкзак. Надежный рюкзак с полным... комплектом ремней засек, можете переносить больше вещей. Ага, окей. Взять. То есть, по идее, у нас теперь должен быть плюс 15. Да, есть. Хорошо, посчитать. Взять бутылка с водой выпить. Это мы с вами едим. Забрать. Пустая банка. Труд. Персики. Верстак. Варежки. Инструменты. Спички. Ткань. О, ребят.
А я револьвер нашел. А я нашел револьвер и нашел уголь. Еще. Шикарно. Так, что мы на верстаке можем с вами? А ничего мы не можем, да? Давай, наверное, мы посмотрим. 28 03 05. Носить. Бросить. Дальше, что у нас здесь? 09 05. Бросить. 31 носить. Потом поменяем. Так, бросить. Бросить хоть чуть-чуть, но мы с вами освободим себе место. Хоть на крапулечку. Так, что еще? Нужно будет просто заправиться потом. Идти, наверное, дальше, да, смотреть? Так, мы пришли оттуда, но, возможно, и тут что-то есть. Угу. И туда развилка идет, и сюда. Так, ты кто? О, потрошки. А потрошки, по-моему, на вот этого, да? На тебя потрошки, либо не? Да. Хорошо, отлично. Так, дай посмотрю. Смотрите, у нас с вами есть штука, с помощью которой мы можем переносить 75 килограмм. Я ее создавал, но в чем проблема? Я не смогу с помощью вот этой вот, где она, волока, да? Не смогу по горам ее переносить, так что мне придется... Ага, водолет. Блин, ну ладно, я опять намочил ноги, но ничего страшного. Тогда давай, наверное, возвращаем обратно. С помощью этих волок я не смогу по горам ходить и в некоторых местах. Так что нужно будет смотреть сейчас, что мы должны будем с вами оставить. Не хотелось бы уголь оставлять, если честно. Тем более нужно будет еще зайти в пещеру. Так, это что? Нужно будет зайти еще в пещеру на другой локации и забрать тоже там. А, мы здесь были. Все? Это маленькая такая локация. Давай тебя заберем. Возможно, где-то здесь я уголь потом и оставлю в нычке. А потом, когда будем вверх подниматься, потом заберем. Только нужно будет понять, как отсюда выбраться теперь. Не конкретно с пещеры, а подняться наверх. Потому что я спускался не по дороге, а я спускался бочком через горку. Так, ну что могу сказать? Могу нас поздравить. У нас, в принципе, есть рюкзак, есть пистолет. Нужно будет его перезарядить. Так что пошлите на улицу. И там с вами поизучаем книгу, во-первых, на 10 часов. Во-вторых, согреемся. А в-третьих, будем думать, куда дальше нам путь наш держать. Так, разломать. Хорошо, покинуть. Все, идемте. Так, давай потушим, да? Зря, наверное, потушили. Хорошо. Давай тут посмотрим, сможем ли мы тут где-то с вами потом сделать нычку себе. Есть ли тут какое-то здание, чтобы не в пещере это все оставлять. Или мы не сможем...
Просто книгу, по-моему, не смогу прочитать там, в пещере. Так что нужно где-то здесь это делать. Во. Топорик. Ладно, берем. Разломать. Да, давай, наверное, здесь огонь разводить. Здесь с вами как раз и поспим, и поедим, и воды себе сделаем. Так, давай, зажигайся. Угу, не получилось, ладно. Спички есть, спички не проблема. Чего-чего, но этого добра у нас хватает с вами. Давай еще. У меня 15 дров есть, так что. И плюс 153 спички. Я могу всю ночь так делать, игра. Не поверишь. У меня больше горит из-за того, что у меня шуба с медведя повредилась. А не из-за того, что я по 300 раз этим занимаюсь. Так, хорошо. Так, как бы мне тебя... Вот так вот. Давай 10 часов. Хорошо. Это мы прячем. Потом берем мы с вами, делаем вот так вот. Ждем. Так. Все, вроде хорошо, отлично. Давай изучать книгу. Где ты книжка? Вот ты книжка, использовать, изучить. Давай. Стоять, водички. Нужно будет попить. Нужно будет попить водички. И что-то занямать, типа чипсиков. Отлично, продолжаем. Изучать. Все, есть. Мы это с вами изучили. Раздел катуш, эксперт. Ага, у нас трута нету, да? По идее, здесь где-то палочка должна быть. Ты кто? Угу. Тихо. А я куропаточек слышу. Но опять же, зачем мне куропаточки? Если мне так, в принципе, все нормально. Мне бы по-хорошему как-то наверх сюда забраться. Ну, во-первых, я сюда не могу наверх забраться. Из-за того, что здесь... Склон крутой. Может просто идти прямо? Сейчас мы еще туда вернемся. Я забрал спальник. Не, спальник я не забрал. Нужно будет забрать. Вот тут я спустился со склона. Отсюда я спрыгнул. Ну то есть потихонечку. А как назад подниматься? Вот это вот хороший вопрос. Знаете, в чем моя ошибка? По-моему, вон там надо было трос повесить, да? Вот тут слева. Правильно я понимаю? Так, зайчики, привет. Вы мне пока здесь не нужны. Мне нужен уголь посмотреть. Если да, то я совершил свою ошибку. Ну, то есть, видите, дерево вон на горе? Возможно, там надо было повесить или нет. То есть вот мы находимся. В
Ладно, ладно, ладно. Березки мне тоже не нужны. Что мне нужно? Водички, да, наверное, надо сделать бы себе. Что у меня с водой? А воды у нас, по-моему, вообще мало. Хорошо, разжечь. Я смогу так разжечь, я надеюсь. Я, по-моему, тоже книгу изучал, где мы можем с вами... Это как его улучшить свой навык разведения огня. По-моему, я тоже полностью изучил все. Все, хорошо. Отлично. Ага, волки слышу. Готовить. Давай мы часик поспим, сохранимся заодно. Мало ли, может, пойдет не так. Начнем с этого места. Подождать. Выпить это. Так, готовить березовый чай. Давай готовить. Подождать до готовности, забрать, готовить. Подождать. Забрать. Что по поводу? Ага, темно стало, да? Хорошо, добавить. Добавить, давай спать еще, и утром мы пойдем. Хотя давай, наверное, мы сделаем вот так с тобой. Я добавлю все. Спать. Мне уголь. Реально нужен уголь просто. Так, поднять. Поднять. И стоим, ждем. Пока мне с ним будет светло. Заберем уголь и пойдем дальше. Искать отсюда выход. Я реально не знаю, как найти отсюда выход мне с вами. Перепелок, наверное, ловить пока мы с ним будем. Не вижу в этом смысла. Тем более нужно делать лук. Не лук, а это стрелы. И нужно бесшумное делать. А у меня пока мест нету возможности. Да и желание тоже. Так, что у нас по поводу еды? Есть. Так, ты кто? Тоже есть. А говядинку, да? Тушенку. Все, шикарно. Древесный уголь. Зарисовываем. Пластмассовый контейнер. Ладно, идемте дальше. Нам нужно как-то подняться вот сюда на горку, чтобы отсюда уйти. Реально, не хочу больше исследовать эту локацию. Все, что мне надо, я себе нашел. Револьвер я себе нашел. У меня аж 34 патрошки. Интересно, револьвер мне нужно будет тоже чистить, либо нет? Действие очистить. Да, давайте полностью потратим нашу штуку для очистки. И выбросим как раз минус лишний вес. И плюс у нас с вами будет оружие готовое к стрельбе. Потому что если сейчас опять либо лось, либо медведь нападет, я хочу не с лука это все делать, а с пистолета два раза выстрелить и все, и забить. Так, что у нас тут? 52%. Ну, хоть что-то. И на этом спасибо. И на этом спасибо. Так, перепелочки, живите. Я передумал вас ловить.
Так. Как отсюда выйти, скажите мне, пожалуйста. Возможно, реально затупил, и, возможно, нужно было здесь где-то повесить трос, чтобы мы могли спускаться. А это я уже никак не узнаю, потому что мы с вами сохранились очень много раз. И вернуться туда не получится. Так, а это наш водопад, да? Я так понимаю. Так, ага. А как мне тебя обойти, мой хороший? Так, сейчас, ребят, я альтабнусь. Я хочу зайти посмотреть. Пепельный каньон, Волчья гора, Волчья гора. Тут есть два выхода. А какой именно мы с вами используем? По-моему, левый, но еще где-то и правый есть. Ну, навряд ли я сюда на горку поднимусь, правильно? Или вот так получится? Сейчас мы, конечно, попробуем. Не, я уже застрял. Возможно, из-за того, что я тяжелый. А возможно, из-за того, что нам нельзя сюда подниматься. В принципе, чисто по факту. Так, зайчики, можно чуть потише себя вести? Потому что сейчас передумаю и перестреляю вас. Ну что мне еще на этой карте нужно? Ничего, в принципе ничего. Я реально всем довольный, что я здесь нашел. Ага, если я сейчас спущусь сюда, я там дальше пройду. Нет, наверное. Тогда куда? Направо. Надеюсь. Не, навряд ли. Не-не-не, навряд ли. Блин, гребаный кибастос. Так, что у нас здесь находится? Где у нас тупик, да, находится здесь? Вот из-за чего я говорил, добавьте на пробел, пожалуйста, прыжки. Ага, вон я мост какой-то вижу. Может, реально из-за того, что я тяжелый, я не могу подняться выше? Как думаете? Хорошо. Давай потихонечку спускаться. Или мне опять в пещеру возвращаться? Еще бы мне не хотелось опять возвращаться, там вроде ничего и нету. Если я не ошибаюсь. Так, давайте искать место, где мы можем пройти. Сейчас я еще раз альтабнусь. Вот вход, золотая шахта. Тут выход, да? Давай сейчас посмотрим, вернемся в пещеру и попробуем там выход найти. Ну что-то я очень сильно сомневаюсь. А какие еще у нас варианты? Никаких. Только разве что прыгать вниз. Ну даже сейчас сюда, если спущусь. Сюда сейчас спущусь, я сейчас потом не поднимусь. Мне реально придется вниз прыгать. Ладно, ребят.
Возвращаемся к пещере. Так, а я тебя видел? Нет, не видел. А чё ты лежишь, молчишь? Чё ты как не родной прям? Ладно, пошлите обратно к пещере. Будем искать выход. Ну, а если я там его не найду, и я здесь с вами вообще ничего не упускаю, и оно так как есть на самом деле, то есть я не вижу здесь, как можно сюда подняться, то мы застряли. Не, ну сюда явно я не пройду. Наверх тоже, да, ты не хочешь? Да, наверх тоже он не хочет. Он проснулся и не хочет. Так, ты кто? Ага. Это я оружие с помощью тебя чистил. Так. Интересно, а тут внутри что-то есть? Можем пройти сквозь водопад? Или не можем? Не, там стена. Увы, но там стена. И дальше там тупик, правильно я понимаю? Так, ребят, давайте пока у нас есть с вами лампа с горючим. Походим по пещере, посмотрим. Не, я здесь не поднимусь. Как бы сильно я этого не хотел бы. Я здесь реально не поднимусь. Никаким образом. Ладно, будем пытаться еще раз это сделать. Давай заходим. Слишком большой вес, ну конечно. У нас тут 50 килограмм, да, веса. А весь основной вес у нас идет на угле. Да? Где наш уголь тут? Не древесный уголь, который мы зарисовываем, а обычный. Я уверен, мы там его килограмм 15 набрали. Ну, давай смотреть, куда тут идти дальше. Так, стул. Снять. Я снял, чтобы у нас ботинки не намокли. Так, не знаю. Снять, бросить. Давай снимем. Время кого? Чего? Действие чего? А, уверенная поступь. То есть мы более себя комфортнее чувствуем. Хорошо, давай идем. В прошлый раз мы налево дошли. Предлагаю вот сюда зайти. Или мы сюда и на выход и идем. Так, погоди. Это мы круголек сделали, что ли, мы поняли? Что здесь происходит? Так, давай сюда идти. Мы тебя лутали. Угу, ну тут тупик. Здесь вещи, вещи. Баллон.
Я респиратор, а тут даже респиратор есть. Да не, в этой пещере больше вообще ничего нету. Мы же отсюда и пришли. Мы же отсюда вроде с вами и пришли. Так, сейчас я поудобней сяду. Все, потопали. Божечки, как же он медленно это все делает. А вот представьте, я тогда переносил все свои вещи с одной локации на другую. Примерно такое же самое расстояние, только я был еще в 4 раза более загруженный. Так. Все, идем. Я думаю, можно даже ботиночки. Так, давай соберем. Потом, если что, отремонтируем. Давай, 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 зайчик, давай. Топай понемножку. Опять же, уголь мне нужен для горна, я так понимаю. В этом горне мы сможем с вами с помощью кувалды и большой температуры делать что-то. Типа патроны, там самодельный нож. Хотя у меня обычный нож есть. Я потрошки себе наделал бы, наверное, и для стрел бы наделал себе наконечников. Так, это что такое? Мы что-то куда-то выходим? Да, ребят, мы куда-то выходим. Прикольно. Становится слишком тяжело. Ага, ага. А это я где? Я таки извиняюсь. Это я хер его знаю, да, где? Так, ну раз дорога вниз нас ведет, может, нам сюда и надо, как думаете? Единственное, плохо здесь... Нельзя предметы бросать, которые в руках. Ну, то есть, я все вниз бы поскидывал бы. Ну, к примеру, вот у меня есть камушек, да? Не, это плохой пример. Вот у меня есть лук. Я чисто не могу его бросить. Никаким образом. А так бы я взял бы, скинул бы его вниз бы. Так, потихонечку. Не спеши, не спеши. Молодец, умничка. Вот так вот. Давай, мой хороший. Во. А ты кто? Кто это вдалеке? Или что это? Ага, бежать я не могу. Ребят. Ребята, это просто... Это мы с вами спускаемся вниз, откуда мы пришли. Помните? То есть вот выход из пещеры, а мы сюда поднимались. Ага, вот, да. Ой, не упади, не упади, пожалуйста. А я могу обмануть игру и спуститься как-то по-другому? Или нам вряд ли, да? Так, давай смотреть, что я могу точно здесь оставить. У меня, в принципе, от слова совсем не нужно. Давай, от слова совсем мне не нужно
Действие, действие, действие. Качественный инструмент. Это я бросаю. По-моему, у меня топор должен быть дома. Бросить. Давай дальше смотреть. Может, мы сейчас освободимся так. 57. Простые инструменты для изготовления и починки. Придется для изготовления и починки. Качественные. Простые инструменты. Бросить баночку. Бросить. Факел нужен. Факел нужен. Ну смотри, у меня сейчас 45 килограмм, да, ты говоришь? Татушечки-то-та. Мы это едим. Это мы пьем. Давай дальше смотреть. Ремонт. Давай носочки починим. Все, хотя бы вот так вот. Обезболивающее бросить, бросить все. Бросить все. Угу. А если я тебя скушаю, что мне будет? Будет какой-то бонус? Не, никакого бонуса. Кто-то антибиотики. Энергетический напиток, а ну, выпить. Слишком тяжелый, падла. Где наш уголь? Кто помнит? Вот уголь, да? Сколько? 4,5. Бросить все. Угу, не все, еще не все. Так, вы не помните снежное укрытие? Да, нас нужно будет еще раз потом спускаться. Давай мы тогда попробуем с тобой что сделать. Палочку. Бросить, бросить. Зря я, походу, с собой носил эти штуки, да? Вот так вот. Так, спускаемся. Не понять, зачем я пью энергетик, если у меня не получается не тратить выносливость. Так, мы с тобой спустились. Насколько я помню, дальше нам тоже нужно будет спускаться. Правильно? Да, вон дальше такая же самая штука. Давай, наверное, тогда мы там оставим все свои вещи, половину. Тут заберем и сделаем переезд, как его. Перенос такой маленький. Я бы с радостью спрыгнул бы вниз бы, честно, если бы я знал бы, что я не разобьюсь полностью, хотя бы там сломаю ножку, либо ручку. Так, давайте, знаете, что сделаем? Давайте, наверное, сделаем вот так вот. Тут еще какие-то вещи, я смотрю. Делаем вот так. Здесь мы что делаем? Вот так вот бросить. Давай. Ага, мне еще ломик один лишний, да? Так, бросить все.
Бросить, бросить. Не помню там сколько веса было. Но надеюсь, нам этого должно хватить будет. 32-45. Вроде бы да. Вроде там мы должны будем справиться нормально. Ну что? Полезли вверх. Так будет проще, чем я буду по два раза туда-сюда бегать. Так я хочу смогу сейчас подняться, забрать и спуститься сразу. А так бы пришлось повторять бы одни и те же действия. Так, отлично. Мы сейчас с вами волокушами и воспользуемся. Хотя с помощью волокуш это очень долго и нужно будет, с вами нужно будет идти. Только я так и не понял, а как же мне тогда... Как же мне тогда найти другие вещи, которые на этой карте находятся? Может, через другой обход нужно было просто идти? Потому что их здесь два. Ладно, ладно. Так, худи, металлолом. Попить. Полезли. По идее, нам даже хватит с вами сил, чтобы залезть наверх, да? Максимально, либо нет. Да, по идее должно хватить. Хотя, давай лучше на уступ сойдем. Давай это мы съедим. Есть дрова, в принципе. Можем тут поспать. Давай 7 часиков поспим. Все, отлично. Полезли. Вот я думаю, куда дальше? Как думаете, может вернуться на другую локацию, сложить весь этот хлам, который я с собой набрал, и опять сюда вернуться в пепель. Но хотя бы я не хотел бы этого делать, если честно. Все, это можно оставить, это можно оставить, да? Простые инструменты, простые движения. Ладно, полезли. Простые инструменты, простые движения. Все, главное, сейчас тут не навернись, пожалуйста. Ага, у меня даже перегруз какой-то есть маленький. Но все равно получается спускаться. Так, я таки извиняюсь, но эти палочки я заберу. Вот как хотите. Можете говорить все, что угодно. Я их заберу. Все. Мое. Я их столько времени добывал, понимаешь? Чтобы здесь оставлять. Металлолом-то я найду. В любом доме можно будет просто полку какую-то разобрать, а вот с березками проблемка. С березками реально проблемка. Не знаю, может все-таки топор реально оставить. У меня вроде есть.
Он-то есть, но точильный камень у меня на 30% в рюкзаке лежит. А что мы с помощью топора делаем? Добываем просто шкуру. Замерзшую. Падла, бесишь меня, игра. Серьезно, бесишь. Бросить. Высушенная кожа. Нет, я не могу ее оставить. Бросить. Может, если мы поспим, у нас будет бонус какой-то. Я на это надеюсь, конечно. Что у нас сейчас будет бонус. Да, есть. Ладно, хер с ним, с этим топором, да? Мы же даже не узнаем, смог бы его забрать, либо не смог. Так, дай сюда. Дай сюда. Гвоздодер, мне нужно два штуки его. Как думаете? Высушенная кожа, да. Так, разжечь огонь. А мне есть что-нибудь? Книга чисто. Дров у меня нету, да? Масло для ламп. Ну да. Так, давайте ниже спускаться. Точнее, вот сюда. И как раз идем обратно на Волчью гору. Давайте, наверное, с Волчьей горы. Я не знаю, куда я отправлюсь. Но, наверное, в другую сторону. Я реально на Пепельном каньоне больше не хочу проводить время. Здесь я забрал то, что мне нужно. Это моя задача была забрать рюкзак. Рюкзак я забрал. Все остальное меня реально не интересует. Так, надо не забывать, что здесь еще волки позорные есть. Так, идем. Хотя, в принципе, хорошо идем. Даже несмотря на то, что у нас реально огромный перегруз, мы, в принципе, хорошо идем. Желательно утро подождать. Ну ладно, давай уже так пройдемся. Так, дай палочку. Дай палочку. А здесь, по-моему, все время прямо, да? Прямо и направо. Блин, если сейчас на меня опять волк нападет, я реально удалю эту игру. Просто психану и удалю. Мы все время прямо и направо где-то будет у нас подъем. Так, следы, следы. О, музыка началась. Началась какая-то странная музыка. Я вот ее не помню. Налево, направо. Направо, налево. По-моему, вот сюда. Не, березовая. Ну, ладно, давай. Давай сюда. Знаете, что я думаю? Наверное, лучше будет взять в руки факел. Во-первых, мне проще факел добыть, чем найти для лампы. А вот тут я уже не помню, как мы с вами шли. По-моему, сюда, да? Тут еще дорога есть какая-то. Но не, я не хочу туда. Я хочу домой.
А чё домой, ребятки? Угу, да-да-да, вот тебе и ху-ху. Блин, это ж мы назад будем идти, это ж опять через медведей, через волков. Реально нужно будет уходить, наверное, отсюда, куда-то в безопасные места. До следующей локации. Слышь, Бэмби, а ты не можешь мне подсказать, я правильно иду или нет? Алло. Бэмби, ты куда? Вроде правильно. Здесь мы, по-моему, где-то волка с вами убили были. Вроде бы как бы. Так. Давай соберем. Я, конечно, не уверен, чем мы его собираем. Но я думаю, пригодится, правильно? Но лишним точно не будет. Не знаю, как насчет пригодится, не пригодится, но... Лишним точно не будет. Так, а это я не помню, если честно, уже. Куда нам нужно тут идти? Но явно ж не вниз. Угу, вот сюда, по-моему. Да, мы даже пробежаться можем. По-моему, сюда. Ну, либо мы сейчас опять тут заблудимся, и я буду 14 серий искать здесь тут выход. А мне будет писать в комментариях: Харч, иди налево. А на какое лево? Куда иди? От какой дороги? С какой стороны? Непонятно. Так. Мы тут где-то куда-то можем. Мне, наверное, надо было, знаете, что остановиться, подождать утра, а потом дальше уже двигать. Чтобы было понятно, правильно я иду, либо нет. Так. Дай сюда. Да, я хочу посмотреть, иду я правильно, неправильно. Вроде да. Вроде правильно. Ну да, нам туда путь не близкий был. И сюда тоже. Опять же, можно как-то подняться наверх, но я не хочу. Хочу домой, все. Домой, 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 Арчи. Никаких больше путешествий. Это не волк? Случайно. Нет, это не волк, это пень. А мне показалось, что вот это вот бревно, что это волк спиной стоит. Все, понял. Пора завязывать. Ну реально показалось далеко, что волк стоит. Так. Березовая кора. Так, по-моему, мне знакомо это место. И вроде бы мы с вами правильно идем. Я думаю, мы где-то возле
перехода с вами сохранимся. На всякий пожарный возьму. Думаю, где-то возле перехода мы с вами сохранимся. И дальше я уже посмотрю. Сделаю немножко перерыв с этой игрулькой. Я думаю, нужно от нее немножко отдохнуть. Позаписываю что-нибудь другое, а потом, когда будет вдохновение, нужно будет перейти на другую локацию. А точнее сказать вам, я хочу дойти сейчас до Отрядной долины. И потом пойти на ущелье и на Загадочное озеро. Вот туда я хочу уйти. И жить на Загадочном озере, наверное. Может, потом с Загадочного озера можно на Милтон сходить. Долину Тихой реки. Железная дорога. Что-то такими путями походить. Взять с собой волокуши на 70 килограмм, которые... И чисто с этими волокушами ходить. Потихоньку, помаленьку, от локации к локации. Дай угадаю, мы... Ребят, мы вернулись. А мы вернулись туда, откуда мы пришли, и мы круг сделали. И... Да, ладно. Все, на этом серия точно закончена. Я вот здесь вот сохраняюсь. И уже потом как-нибудь продолжим. Так, давай сюда. Так, сохранится. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И я же говорю, пока мы с этой игрушкой все. У меня на примете там есть другие игры. Так что все, всем мур-мур.